Домашний мангуст обнаруживает в своем доме капскую кобру и бросает ей вызов. Кобра должна уползти как можно скорее, потому что мангуст – убийца змей. Единственная проблема в том, что сначала она должна проползти мимо мангуста. Кобра убегает и, как только выползает на улицу, направляется в открытое поле. Однако мангуст преследует ее, пытаясь взять над ней верх. Посмотрите на этого мангуста, сражающегося с большой коброй. Эта змея особенно пугает, как только она постоянно пытается укусить мангуста. И все-таки мангуст выбрался оттуда. Главное, что последним ударом она не попала в